Во вторник в Самарской области будет облачно и пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Днем разбег температур от 16 до 21 с плюсом, ночью 11-14 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи, днем плюс 22 градуса, ночью плюс 14. Ветер северо-западной, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 21 градус, ночью 14 выше 0. Северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 13. Ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.